Бельцах наладили систему водоснабжения. По словам главного инженера муниципального предприятия АП-канал Вячеслава Асербаева, бригаде электриков удалось устранить аварию на насосной станции в Сороках. С 2 часов ночи система возобновила свою работу, однако потребовалось время, чтобы вода успела дойти до Бельц. Весь практически город уже все с водой. Вода самотеком с верхнего резервуара пошла самотеком по трубам. И мы теперь везде только ездим по городу, включаем насосы. Иначе мы не могли их, не имели возможности включить, потому что порвали бы весь трубопровод, если там нет воды. Вода набралась, мы включаем подкачки, везде вода уже будет. Я могу заверить, что к 5 часам, пока люди придут с работы, уже все будут при воде, вода будет в квартирах. Они вчера запустили в 2 часа 10 минут, 10 минут 3 ночи. Они устранили этот аварию свою и запустили в 2 часа. Сообщили нам, я держал всю ночь связь с главным инженером их, потому что он там был на месте прорыва, и он там мне сообщал, и я сообщал своему директору, директору руководству города уже держали в курсе. Ночь была сильно неспокойная, а к нам вода начала поступать 15-8, вот в 2:10 и включили, пока все это расстояние, все это вот пока набралось, эта труба. И вот в 7:15 к нам пошла первая партия воды. Напомним, подача воды была прекращена из-за аварии на насосной станции в Косоуцах. Сгорели 2 высоковольтных кабеля, питавших ее электроэнергией. На помощь местной бригаде электриков прибыли бельские специалисты Реднорда. Совместными усилиями им удалось устранить поломку. На данный момент станция работает в нормальном режиме.